Уважаемые господа поэты, писатели, а также им сочувствующие, эстеты и мечтатели и прочие сопутствующие, я хочу всех поздравить с Новым годом, всех нас. И пусть, говоря, что Светки дома нет, хотя вроде бы она сейчас дома, как я вижу, я хочу выпить за то, чтобы у нас дома все были, все, кто там должен быть. Пусть даже их с нами сейчас временно нету, но мы чувствуем присутствие тех, кто нам нужен, даже если их нет с нами рядом сейчас. И пусть в Новом году нам будет еще лучше, еще интереснее. А поздравляет вас с Новым годом Владимир Винокуров из Калифорнии. В России, я так понимаю, Новый год уже начался вовсю. У нас, может быть, и нет, а может быть, уже тоже начался. Ну, с Новым годом!